Бах, Вивальди, Шуберт, Дунаевский. В детской школе искусств имени Верстовского состоялся первый в учебном году концерт классической музыки. На одной сцене встретились совсем юные музыканты и профессионалы. Мы к этому концерту готовимся и рады, что сегодня гостями будут студенты Московского государственного института культуры и обучающиеся Московского первого кадетского корпуса имени Александрова. Концерты с гостями из вузов проводятся нечасто. Организаторы надеются, что такая практика станет традицией.